хорошего настроения. Всем большой привет из Сочи. Угадайте, где я еду. Но на экранах не может не отображаться Олимпийский парк. Да еще и с указателями. Но мы не туда поедем. Мы поедем отсюда. И поедем мы с вами посмотрим варианты квартир. Вернее, это будут жилые помещения, которые находятся в Верхневеселом. Я показывал уже много достаточно видео об этом объекте, но хочу, чтобы вы не забывали о таком предложении. Почему? Потому что сейчас по таким ценам открывается у нас на этапе строительства предложение. Причем я вам скажу, что по расстоянию до моря даже дальше. Сейчас мы с вами видим на экранах микрорайон Блинова. То есть поедем мы через улицу Миндальную, поедем в Верхневеселый, посмотрим, сколько у нас времени занимает именно до этого жилого комплекса, который я сделаю для вас обзор. Ну а пока мы двигаемся, вы увидите инфраструктуру, то есть объездные дороги, развязки, все здесь в принципе очень даже хорошо и присутствует. Также поворот со стороны улицы Каспийской теперь стал у нас регулируемый. Один мне в комментариях написал, говорит, о, наконец-то светофор включили. Он был, кстати, этот светофор, его не всегда включали, поэтому вот сейчас только решили в этом году включить. Ну и правильно сделали, потому что теперь это все будет более безопасно, спокойно, можно выезжать и не переживать. Так, мы выезжаем с вами на улицу Каспийскую. Грубо говоря, мы со стороны Олимпийского парка там проехали, да? Если нам, так сказать, замерять четкое расстояние, там, например, до Олимпийского парка, до моря, ну, давайте добавим еще там, пускай минут 3 там в пути, если в обратную сторону ехать через Олимпийский парк. Но здесь у нас ценообразование даже в сданных, не в сданных домах, именно вот поближе, так сказать, к морю, у нас с правой стороны находится жилой комплекс «Вегас». Вот он находится. Цена там на сегодняшний момент от 130. Есть пару акционных предложений, по-моему, что-то в районе от 118. Ну, примерно. То есть вот это жилой комплекс на Кутаиской и Сапфиры. Они пока еще не сданы, но там тоже варьируется цена в среднем около 100 тысяч за квадратный метр. И когда будут документы, естественно, ценник будет еще выше. Но про них мы говорить не будем, просто ценообразование вам, ну так сказать, чтобы было более понятно. Вот с левой стороны у нас жилой комплекс Миндальный, вот за ним строится жилой комплекс Галерея. На сегодняшний момент там есть на этапе строительства, уже возвели 3 этажа домик, будет ЖП. Там ценник есть от 87 тысяч за квадрат, но не в сторону моря. И при этом есть возможность что-то за 1 800 000, по-моему, купить. Но маленький плотничком будет 19 квадратных метров, всего лишь студия. Блин, не есть хорошо, что вот этот вот мерзавец едет нам и мешает ехать, двигаться пошустрее. Но вот это вот у нас улица Миндальная, основная дорога в микрорайон, так сказать, уже в село Верхневеселое, где, в принципе, есть с разных домов, да, с разных, допустим, участков, на возвышенности красивые виды в сторону Олимпийского парка, в сторону моря, естественно, да. То есть эта сторона граничит, так сказать, ближе к микрорайону Блинова и Веселое, поэтому он называется Верхневеселое. Также сейчас делают дорогу. По Каспийской, если мы проехали чуть дальше прямо, там буквально, наверное, проехали бы километр, и с левой стороны новую дорогу делают. Вот в этот как раз район, по улице Ворошилов-Градской, куда мы, в принципе, и едем. Вот если ее достроят, а сейчас там в рамках программы «Хорошие там дороги», или как она правильно называется, вот, делают, так сказать, массивным способом. То есть мы как-то проезжали оттуда с клиентами, и, ну, наверное, треть дороги уже, то есть забетонировали, бетонку новую делают. И как раз до этого комплекса будет совсем уже с другой стороны дорога. И я вам скажу, что по ней сократится путь, ну, в 2 раза минимум. То есть то, что мы сейчас едем, это основная сейчас дорога, по которой двигаются, кстати, автобусы, где с этой стороны, грубо говоря, будет магазинчики и так далее. Как только там дорогу сделают, там тоже с этой стороны появятся и магазины,
И может быть там и автобусный маршрут пустят, не знаю, маршрутку, чтобы это удобнее было. Потому что с той стороны как бы много тоже жителей, которые, я думаю, изъявят желание, чтобы там проходил какой-нибудь маршрут. Может быть, посмотрим. Тем более эту дорогу делает не частник, а по федеральной программе нашей власти. Хорошо, что они у нас что-то делают, потому что сейчас поздирали даже на насыпной нормальный асфальт и укладывают новый. У нас на Гастелло содрали тоже части на Петрозаводской асфальт и ложат асфальт новый. Прям, ну, радуется, что в Сочи хоть что-то делается. А что касается места расположения, вы знаете, конечно, да, здесь в районе Верхневеселый больше преобладает частный сектор. Но это и логично, потому что мы находимся подальше от инфраструктуры, соответственно, все вот эти вот земельные участки – это земли СНТ и ЖС, и приближены они, получается, да, вот к инфраструктуре самих микрорайонов Блинова и Веселая, где уже есть и школы, и садики, и так далее. Хотя здесь со стороны Черешни, село Черешни, которое граничит с Верхневеселым, там тоже есть школы, есть садик. То есть, если принципиально, можно и в другую сторону там проехать, тоже недалеко. И, ну, если это для тех, кто, допустим, вообще с этим районом не знаком, может быть, кто-то там ищет земельный участок там себе и так далее. Вот, что касается ценообразования земли. Ранее, давно еще, как мы только, наверное, сюда переехали, тоже интересовался вот стоимостью земли, что там. Я даже снимал, у меня было на канале видео, когда я со свояком, с сестрой, блин, опасно, чувак, ты не можешь заехать на гору, блин, нравишься ты мне. Вот, и мы ездили прям по баннеру, искали вот эти вот объявления, читали там, что там есть, какие предложения, сколько они стоят. И попадались, естественно, на риэлторов, но нам, короче, ценообразование говорили такое, что примерно 8-10 соток земли стоит 500 тысяч за сотку. Все то, что меньше, то стоит уже там порядка 700 тысяч за сотку. Сейчас вот я разговаривал с разными застройщиками, которые уже смотрят в эту сторону, подальше, так сказать, от той суеты. Здесь тоже, кстати, что-то строят, надо будет сюда заехать, посмотреть. Вот, и уже стали загибать чуть ли не миллион сотка. Ну, вот представьте себе, да, раньше миллион сотка, это было что-то в районе Веселое, там, где улица Мира, там, да, вот эти вот Виолеты строились, Династии. А сейчас здесь уже просят сотку, миллион сотка, да, настолько она уже дорожает. Так, мы едем именно по тому маршруту. Блин, слушай, как в Абхазии прям. Давай, давай, двигай. Давай. Вот, мы двигаемся по маршруту, как раз где проходит автобус. Вы прекрасно понимаете, что если бы не вот этот вот совок, так его назвать, да, мы бы сэкономили пару минут, это точно, в дороге. Поэтому мы отбавляем. Просто мы с вами заодно и поговорим. И теперь вот такие вот земельные участки, особенно видовые, которые там имеют хороший вид, мы же сейчас на возвышенность поднялись, да, то они просят уже миллион. Обалдеть. Что касается инфраструктуры в виде коммуникации, да, вот смотрите, желтые трубы, газ, здесь все это есть, здесь нет централизованной канализации, это понятно, мы на горе, здесь одни вот частные дома. Вот, но здесь с электроэнергией нет проблем, также здесь централизованный есть водопровод, и канализация будет заменена в этом случае локально-очистными сооружениями. Ну, к сожалению, только такой вот путь. Здесь я не вижу ничего такого, ну, так сказать, плохого. Локально-очистные сооружения, кстати, применялись и в ЖК «Миндальный», который внизу прям находится, да, этого района, по улице Миндальной, которой мы ехали. Удача, то есть, и еще Ивушка, да, это все тоже локально-очистные сооружения. Но нет там централизованной канализации, хоть и застройщики некоторые обсуждали эту тему, чтобы тянуть и так далее. Смотрите, мы подъезжаем с вами уже, сейчас протру, вот он автобус стоит, чтобы вы видели, да, заодно нам повезло. Нам повезло, что здесь наконец-то автобус. Там маршрут его указывается, 109 маршрут.
А мы проезжаем чуть-чуть прямо. Здесь еще есть магазинчик небольшой продуктовый и хозяйственный магазин. И вот буквально 200 метров мы проезжаем по вот этой улице, которую с другой стороны до конца сейчас будут делать. То есть вот эта улица, по которой мы едем, тоже будет забетонирована. То есть до конца вот автобусной остановки, можно сказать. То есть все будет очень даже прилично. Хотя здесь и на легковой машине я спокойно проезжаю. Если туда дальше ехать, которую дорогу делают, там да. Там сейчас и щебенка, и так далее. И после дождей размыто. Мы с той стороны поедем уже, когда сделают. Но вы прекрасно понимаете, да, как только сделают эту дорогу, ее сделают в этом году, ценообразование даже, ну, по крайней мере, близлежащих домов, участков, сразу подпрыгнет в цене. В общем, вот, мы подъехали. Жилой комплекс называется «Золотая бухта». Я сейчас сделаю для вас нормальный обзор и покажу, что же здесь поменялось. Здесь есть офигенные предложения даже с террасами. Ребята, обратите на это внимание. Ну и, соответственно, посмотрим самую доступную квартиру в этом предложении, в этом доме.